Хочу высказать свои соображения членам Государственного комитета обороны. Войска Западного фронта дрались мужественно и упорно, а главное, не бежали. И в этом заслуга бывшего командования Западным фронтом. Ценой своей жизни они спасали Москву. Мы должны снять шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестоких оборонах и насмерть дрался в окружениях. Они сковали главные силы немцев. Они задержали немецкое наступление на 8 дней. И мы должны использовать этот подвиг и создать новый фронт перед Москвой.